секрет. Надо поставить точку и начать новую главу, новый сезон, новую эпоху на моем канале. Надо поставить точку. Точку жирную. Надо поставить точку. Нет. Надо точку поставить, я сказал! Все, оттер. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. И, как я уже сказал, начинается новая эпоха на моем канале. Сегодня мы вместе с вами ответим на все вопросы, на все загадки, на все тайны. Но только для тех, кто находится в бункере до сих пор. Некоторые подписчики мои знают, что находится за этой стеной, почему секрет и что будет здесь. И этот ролик будет концом предыдущего сезона и будет началом нового сезона в моей жизни и в жизни этого канала. Усаживайся поудобней, потому что я тебе скажу, что в течение всего этого ролика, а возможно сейчас, а возможно через 5 секунд, появится пасхалка, секретик. Большой секретик. Неважно когда, возможно через минуту, возможно через секунду, поэтому не перематывай, чтобы не пропустить. И ты узнаешь, что это за секретик. Ведь сегодня мы узнаем, почему Эдисон живет в бомжатнике. Что это за вещи, что это за коробки? Мы узнаем, почему Эдисон ходит с хвостиком. Хватит падать. Эдисон родился в Хвостиляндии, и теперь он решил ходить с хвостиком. Сегодня сотни шиперов получат финальный выстрел в сердце. Сегодня я скажу, куда я переехал, зачем я переехал, с кем я живу, и мы посмотрим в первой серии, потому что, возможно, еще будет вторая, что я бросил в Москве. И кто не знает, кто не смотрел рум-тур, и кто не знает, где я сейчас живу, и что это за комната, ты узнаешь в этой серии. Тук-тук, мазерфакер! Это моя хата в Москве. Кто не знает, она именно вот точно так выглядела на 100%. Вот как я ее здесь построил, она также и выглядела в Москве. Мне кажется, сейчас можно быстренько пройтись и посмотреть, что же здесь такое. И на протяжении всего этого ролика мы отправим прошлое в прошлое и возьмем будущее за яйца, как говорится. Это была моя прихожая, а здесь был такой огромнейший коридор. Если завернуть направо, то здесь у нас был тубзи-тубзи-тубзилетик. Как видите, уютненький, уютненький, я не жалуюсь, в Москве у меня хата была просто отличная. Если давать ей оценку, то я дам ей 9 из 10. Она мне очень сильно нравилась. Если в Питере хата была 7 из 10, то в Москве 9 из 10. Она мне действительно нравилась. Сральничек был очень уютным, я не жалуюсь. В коридоре на стене висела какая-то фигня, я до сих пор не понимаю, что это такое. Дальше у меня была кухня. Я жил на 23 этаже, а не как сейчас на первом этаже, но все же. Офигенный вид у меня открывался из окна. Микроволновка, кофемашина, ножики, кофе, морковка с ножиком, холодосик, мусорное ведро и прочее, 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 прочее. И я не понимаю на самом деле до сих пор хозяина этой квартиры, почему он решил, что такая огромная люстра прямо над столом, это будет хорошим решением. Вот на самом деле оно практически вот так и было. Я сидел вот здесь, я всегда сидел на вот этом стуле и здесь кушал. А вот эта люстра свисала не вот до сюда, а реально прям почти упиралась в стол. И как вы мне прикажете здесь кушать? Ну я как-то кушал, но это реально странное какое-то решение было, когда делали планировку этой хаты. Дальше. В эту комнату мы зайдем в последнюю очередь. Здесь у меня была спальня. Я на самом деле сам офигел, насколько же мне реалистично удалось построить и воплотить в жизнь, проиллюстрировать вам свою комнату и свою хату, которая была в Москве. Здесь ничего необычного, просто обычная спальня, шкаф. Здесь у меня когда-то висел телевизор до того, как я заселился, потому что как только я заселился, то хозяин его вынес. Потом у меня здесь балкончик был, который был заставлен всяким... всяким. Я сюда практически не заходил. Дальше идем в мою главную комнату. Одна главная комната сменилась на другую главную комнату. Пока что эта комната реально как бомжатник, зато здесь есть кофе.
А как говорится, кофе всему голова. Но ты меня не слушай, кофе пить вредно, как многие советуют. Вообще, на самом деле, жить вредно и дышать вредно. И по утрам просыпаться тоже вредно. Воду пить вредно, да и вообще кушать на самом деле вредно. В школу ходить очень вредно. Учителей слушаться тоже вредно, не слушаться вредно. Когда батя по жопе ремнем лупит, тоже вредно, а когда не лупит, еще вреднее. Когда маму не слушаешься, вредно. В туалет ходить вредно. Вообще за компьютером сидеть вредно. Да вообще глаза иметь вредно. Вообще родиться на этой планете вредно. Поэтому не читайте, что вредно в интернете, потому что реально. Будете читать, что вредно в интернете, сами заболеете каким-то кофеиновым наркологическим токсикозом. Нифига себе, я болезнь новую придумал. Ходим и идем в главную комнату. У меня здесь всегда в этой комнате лежал огромнейший ковер. Конечно, не кожа медведя, а кожа коровы. Ну, искусственно, разумеется. Не убили же корову и поместили ее на пол. Разумеется, искусственно, но все же да. Хотелось бы на самом деле лучше медведя иметь, нежели корову. Но, окей. Здесь у меня был огромнейший такой фиолетовый диван. Здесь у меня был телевизор, а это святое из святых. Самое святое. Здесь у меня был огромнейший стеллаж, который в будущем будет находиться вот здесь. Как я уже сказал, в этой серии мы будем пробегаться по моей... Чуть кофе не разлил. Мы будем пробегаться по моей предыдущей квартире и по новой. Кстати, кто еще не успел меня потроллить и кто еще не успел меня задеть, что мол... Эдисон, какой красивый у тебя фон! Эдисон, мне так нравится очень сильно твой фон! Эдисон, у тебя самый прекрасный фон на этой планете! Кто еще не успел меня потроллить, самое время это сделать, потому что в ближайшие серии уже фон станет нормальным. Поэтому, если еще не успел меня потроллить, бери яйца в руки или сиськи в руки, неважно, что у тебя есть, и тролль. Потому что скоро у тебя больше такой возможности уже не будет. Здесь у меня был стеллаж. Здесь у меня был огромнейший рабочий стол. Здесь я сидел, здесь у меня было, конечно, не три монитора, а два, но все же, здорово. Заходи. А, здесь у меня был огромнейший балкон. Мокрое. Там дождь? Мокрое? У нас там дождь на кухне падает. А, даровесенький булын. Вот. И что же за секрет? Я говорю, с самого начала этого ролика я сказал то, что эта серия будет для тех, кто до сих пор находится в бункере. До сих пор не знает, куда же я переехал. Куда я переехал? Туда, мать вашу, где сейчас за окном минус 20-25? 17. Всего лишь минус 17. Я приехал из Москвы, где было плюс 2 в минус 17. Но, как я уже сказал, многие поняли, что находится за этой стеной. И... Даже я не знала, что находится над этой, под этой стеной. За этой стеной, правильно. За? За. Смотри, опа, все выстроились в ряд, дружный наш пионерский отряд. Вот куда я переехал. Я переехал на Сибирск, и да, кто... чуть не подавился слюнёй. Надо проглотить. Раз, два, три, начало записи. Да, я переехал в Новосибирск, кто не знает, я сейчас живу с Коти Ридзой. Новый сезон Нубика уже прям... Прям на носу. Прям на... Вот здесь. Не жри волосы. Фу. Я чмокрая. Чмокрая. Уже прям на кончике носика, поэтому если ты хочешь новый сезон, ты знаешь, что делать. И тем более, если ты хочешь вторую серию, где мы с Катюхой покажем, я также построю в Майнкрафте свою реальную квартиру, и мы вам покажем, что же здесь находится до того, как выйдет нормальный рум-тур на втором канале. Для тех, кто в бункере, ядрёна мать, еще раз. Я живу сейчас в Новосибирске, из Москвы перебрался сюда, и куда-то я живу прямо сейчас. Приятно познакомиться. Куда-то, вот. Ты готова к... новой эпохи на канале, к новой рубрике на канале. Скажи прям с уверенностью! Сиськи в руки, как ты знаешь, или уже забыла за три месяца? Я думал, она сейчас скажет, да мать вашу, всем рты поразрываю! Она сказала я. Ну, мне кажется, стоит на этом заканчивать. Ставь лайкусик, если хочешь продолжение, ставь лайкусик, если хочешь новую рубрику, точнее продолжение старой. Катя пошла сушить волосы, а я пошел мыть голову, потому что не все же нравится, что я с хвостиком. Зато мне нравится. Всем спасибо за просмотр. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать стримы. Ставь колокольцы, нажимай на лайкокусы. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем. Ты еще тут?